Ты ощутил вкус победы и жаждешь еще. Уже ясно, что одного решающего удара по людям будет достаточно, чтобы наше превосходство над ними стало лишь делом времени. Твои шпионы собрали сведения, указывающие на лагерь близ центра людских земель, в который направляются для обучения их рыцари-солдаты. Хотя они не ожидают нападения, отпор должен быть достойным. Уничтожение этого лагеря значительно подорвет людские силы и увековечит тебя как военачальника. Никто не должен выжить. Побеждаем людей. Интересно, что будет в компании людей. Люди будут побеждать? Как-то будет не сходиться. Типа, здесь одни побеждают, а там другие. О, нихера себе, тут армия. Тут без строительства, я так понимаю, да? Так, сохранимся. Это какая? 10-я уже миссия, да? 10. Попробуй это все отконтролить, да, игра называется. 5 волков. Блин, ну по 5 юнитов на самом деле такой себе. Как их контролить, вопросик. А что у нас по миссии? Уничтожь лагерь людей. То есть там дали готовую армию, мы должны ее уже, да, уничтожить. Некроманты. Вы что умеете? Умеете яд делать, умеете призывать. Вот темный взор я, кстати, так и не протестил, да? То есть нас убили раньше. Не успели мы эту штуку протестить. У нас катапульты есть. Главное, что-то по нашим. Это сколько у нас тут? 10 бугаев, да? Блин, я не знаю, в какую сторону идти. Я жду, может быть, кто-нибудь на нас нападет, но что-то никто не хочет. Пойдем, типа, разведываем, короче. А, стоп, маги могут призвать? Так, пауки-разведчики, поехали. Так, давайте, маги, еще пауков. Больше пауков. Больше пауков, богу пауков. Там 4 выбралось. Ну ладно. Встал. Иди давай. Угу. Мост нашли. Так, справа враги. Шахта. Ах, тут, кстати, не раскрыли. Ну-ка, и шахту открой. Смотреть, что там такое. Ну, блин, у нас же нет пионов. Зачем нам шахта? Ну, шахта на 6000 есть, да. Паучки немного прошли здесь. Так, давайте, сгруппируйтесь. Да, ты ползешь, стой, чел, блин. Кстати, тоже группируйтесь. С толпой будем проходить, пытаться. Смотрим, есть ли здесь что-то. Справа, короче, есть враги. Здесь, возможно, никого нету. Ну, по-хорошему тогда с левой стороны пройти, собрать армию, сгруппировать, да? А, здесь еще один мост, окей. Нет смысла, наверное, тогда. Бежали, да, пройти. Так, где там моя еще армия пауков? Отдыхайтесь, я надеюсь. Роман, давайте в центр. Там уже идут. Ну, блин, не армия стоит большая, там АФК. Она, конечно, АФК стоит, но она большая АФК стоит армия. Так, кто-то хочет еще здесь по берегу пустить. Окей, здесь ничего нету. Ты чё отстал, блин, давай. У меня тут кнопки на этих, на скелетов. Так, скелеты пускай сюда идут. Эти одного сюда отправим. А, вы чё, уже... Ну, как пауки против скелетов. Бой века. А пауков, наверное, нельзя на этих, да, перерабатывать на скелетов. А у меня не прокачанная, наверное, армия. Ты знаешь, вот я говорил то, что есть количественная атака, а есть качественная атака. Вот у меня качественная атака, потому что у меня прокачанные юниты. А здесь нам дали, так чувствую, непрокачанных юнитов в большом количестве. Так, что такое идет тут? На моих магов, типа? Маги, давайте в центр, блин. Так, где мои, блин, эти разведчики? Нет, бегите, куда вы сражаетесь, глупцы? Что-то какая-то странная зона. Сюда как попасть? Что это вообще за место? Можно пройти здесь? Все, убили.
Не, ладно, чуть-чуть разведывали паучками. Катапульты очень много, они очень медленные. Небольшая армия, мне кажется, слишком даже. Як, может еще паучков? О, можем еще паучками поатаковать. Так, дайте выйти паукам. Я думал, что хоть какой-то чел, вы серьезно? Че вы стоите? Ну идите, идите, че встали-то? Этот скелет уже все за вас разведал. Это кто? Откуда взялось? What? Они просто мне спавнятся? Серьезно, опять? А где-то тут сейчас выйдет. Так, ну погнали, блин, армия большая, надо ее как-то потихоньку перемещать. Маги, чертовы. Магов надо сзади держать, особо не пускать близко. Так, разрез скелетов. Всех разрезы. Блин, надо забиндить R. Что? Я не этого призывал, алло. Ну, мана кончилась, что? Давайте другого. А, ну тут уже закончился труп. Ча, этими саманами чисто задаем, чела. С пауками объединим. Ну, пауки, блин, круче скелета, тем, что пауки быстрые. Скелеты медленные, они, может быть, чуть более боевые, да, но они медленные. Идите грозить этого чела. Я лучше лучника загрызнем, такой поменьше, по идее. А, его хилит, понял. Тогда похер. Сложно перемещать такую огромную армию. Ой. Да блин, нет, 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 нет. Слишком большая армия. Вот поэтому я делаю качественную армию, а не количественную. Потому что у меня сейчас тут перемешались эти челы, копейщиков не хочу перемешивать. Нет, 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 нет. Так, учитывая, что у нас в спине чел спавнится, нам магов на самом деле нельзя далеко отпускать. Поатакуйте, блядь. Блядь, смотрит. Что, меня катапульты разваливают? Пульты не стреляет, когда мои рядом. Уважительная просьба. Блин, как часто они в спине? Может быть, знаете, я бы... Чисто я пускаю чела в спине убивать тех, кто спавнится. А, нет, 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 нет. Блин, там катапульта. Не стой, блин, иди, катапульт убей. Тоже не стой, блин, иди катапульт убей. Ну вся армия. Ой, блин, оранжевики чертовы. Так, нет, один есть копейщик. Так, дай пауков для разведки. Через ту кнопку. Он проверит на наличие. Да не деритесь вы, идите, идите вперед. С чем вы деретесь? Пульт, а вы протаковать хотите мост? О, паук прошел. Удачно. Так, маг, не трогай моего паука, это мой паук. Так, ага, 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 ага. Да-да-да-да-да. Наберешь, если догонишь. А, карта, блин. Нормально, разведали чуть-чуть. Так, это мои? А куда вы идете? А можно так и вперед не идти без меня? Они, блин, своего ничуть не понял. Так, надо перейти на другую сторону как-то. Кто его хилил? Давайте одну катапульту перевезем аккуратненько. Вторую тоже. Ой, тяжело через мосты переходить большой армией. Магим.
подефайте. Ну давай, давай, как-то что встало. Пайк-то пультом. Окей, они у нас, походу, в спине как-то другим способом резаются. Как я думал. И тогда этих смысла здесь держать нету. Или... что это было? А, это мои уже воюют. Нет! Я выстрелил. Мои челы, блин. Мак плохо мансил от катапульты. Так, некроманты нам нужны в таком случае. Армия пауков, блин. Не могу, я выделяю максимум 4 юнита. Как это этим всем контролировать? Иди и подними чела. Иди подними. Там одного мана, мне кажется, не хватит. А, так, что здесь стоит? Скелеты вперед, давайте, давайте, вот так. Сейчас я вам еще этих жуков на самоню. О май гад. О ноу. Вот так. А, вопрос, как всем этим теперь проатаковать. Что выделяюсь об 4? Бейте, бейте, чё вы смотрите на них? Сейчас с уманами загасим. Отвлекал скелетами, приехали к топультам. Совершенно незаметно. Так, чуваки, вам есть работа. Так, вам есть еще работа. А, это его катапульта! Я думаю, что происходит. Так, катапульту грохнули, куда ты поехала? Можно его убить, да. Мана кончилась. Как же много юнитов. Тех не отконтролишь. Мы вроде ему тихонько все поразваливали. Так, скелеты, почему ФК или тебе эти? Ой, блин, кто-то еще остался. Это я у нас чтобы катапульты здесь могли проехать. Чтобы в объезд не ехать. Да, вы куда? Вперед, 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 что встали, что встали? Почему они стоят? Вперед, говорю, ехать. Эту штуку бейте. Вроде нормально. На изи тут убиваемся. Башню магов сломайте им. Чё у вас, мана? Блин, ману, кстати, не показывает, жалко. Ладно, это миссия чуть легче, мне кажется, чем я думал. Я думаю, такой армии, да, сейчас здесь столько народ будет. Карту кликать не очень прикольно. Тут есть еще что-нибудь? Поломайте эту штуку. И тоже что-нибудь ломайте. Ч
Чё они, блин, не могут сломать никак? Их урона нет, или что? Все ломают. Давай, давай, доламывайте. Что-то из миссия, я на самом деле переоценил. Я думаю, тут что-то хардкорное. Вот тут эта зона прям полностью пустая. Тут что-то как раз вот что построилось. Тут сразу же стригерились. Че, юнитов надо этих убивать или пофиг? Мне кажется, надо убивать. Как будто бы не засчитывает, пока всех не убьешь, учитывая, что у нас миссия с этими. За короной тоже не засчиталась, пока мы всех не убили. То здесь уничтожил лагерь написано, но мы в целом, походу, люди тоже за лагерь считаются. Да, видимо, людей тоже всех надо убивать. А, все, нормально, засчитала. Это, видимо, реально всех убили. If only these words that humans could fight as well as they die.